утро, привет из Чадырки. 300 тысяч лет, сколько зим. Мы не виделись с тобой, здесь наши гаражи, мясик, вся движуха, здесь садик, как видите. Хотел просто поделиться уникальными впечатлениями, как у нас. Жара была 35 градусов, невозможно было каждый день. И ночью вчера был дождь, все, сейчас ветер дует, прохладно. Офигительно все. Как бы если так будет всю неделю, все, можно будет жить. Иду делать документы, точнее старые права меняю на новые. Тут одна маленькая лужа для гусей, здесь сторона запруда, здесь там если что-то видно. Что-то как-то видно, идут, короче, да, иду до МРЭО подавать на эти права, которые я делаю уже 2 недели. Сегодня вроде последний удар, подаю все документы. Плюс-минус. Все растянулось на 2 недели, сегодня уже среда. Это уже почти 2 неделя заканчивается. Так что такие пирожки. Самое важное, чтобы прохладно стало, все идеально. Здесь дикие сливы, все дела. В Европе сумасшедшее наводнение, в Китае сумасшедшее наводнение вчера тоже было. Видно, до Чедерлунги достало немножко, так слегка. Все немножко слегка достало и до нас, все у нас стало прохладно. Вчера был на Кировском, словили одну рыбу, купался там даже. А, да, видос снял, но на видеокамеру. Сейчас телефоны все снимаю, иду по дороге, по которой раньше ходил. В наше СПТУ училище, на тракториста, когда я учился. Раньше оно было МПУ, многопрофильное училище, сейчас стало СПТУ. Ну, СПТУ это слепым пришел, тупым ушел. Но это у нас такой прикол был. Тут все в камышах заросло. Полные джунгли. Как слышите, сейчас вечер, все, ветер сильный, очень просто, идеально, что так прохладно себя чувствуешь, что я здесь 2 недели уже просто вешался. Я в Молдове не был 1000 лет, летом я никогда не приезжал. Обычно приезжал зимой, просто приезжал. Зимой, когда просто холодно, ты одеваешься, все. Тут специальное гусиное микроозеро, которое после запруда идет. Как-то так оно выглядит. Сзади мясик. Мой блок даже самый первый. Все, заканчиваю видос. Сегодня доделываю дела и жду другие приключения. По идее, такие пирожки. Все, всем удачи.